года назад Кристина Эшба впервые выступила перед сочинскими слушателями в рамках концерта талантливой молодежи Абхазии. За это время в судьбе оперной певицы произошло много судьбоносных перемен. Она получила звание лауреата международных вокальных конкурсов, стала дипломантом престижного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева. Успела выступить в Большом театре и буквально накануне вернулась с гастролей. У нее началась настоящая взрослая концертная жизнь. И вот несколько арий в сопровождении нашего симфонического оркестра подарит в канун Нового года нам Кристина Эшба. Я надеюсь, что за ней тоже большое будущее и прославление, так сказать, Республики Абхазия вслед за Хиблой Герзмавой и Алисой Гитцба. Так что я желаю ей удачного дебюта. Билетов в кассе на завтрашний новогодний гала-концерт практически не осталось. Завершится год в органном зале традиционно концертом органной музыки. Но перерыв будет небольшим. Уже к 3 января пианист Денис Громов готовит для слушателей 14 вальсов Шопена и знаменитый цикл «Времена года» Чайковского.